Всем привет, это Андрей Шаломанов, вы смотрите влог о женском «Зените», и сегодня у нас домашний матч против команды «Рязань-ВДВ». Бум! Португал! Португал! С дебютом! Неплохо для вечера понедельника. Вы, оказывается, из Москвы? Ой-ой-ой-ой-ой! Мат замажете потом? До начала матча еще целый час, а это значит, что с минуты на минуту стартует фан-променад для наших болельщиков. Вот как творятся шедевры. Только Диаш, только победа! Португал! Португал! Как так стало, что вы вдруг оказались самым главным, самым громким болельщиком конкретно Анны Диаш? Откуда у вас не такая любовь? Во-первых, это игрок сборной Португалии. Так. Во-вторых, Португалия — это мое детство. Я люблю Португалию, люблю португальский футбол. И поэтому... появление португальского игрока в России и конкретно в «Зените» меня обязало, чтобы я был на трибуне. Ну и я еще хочу заметить, я прошу извинения, когда она идет по всем трибунам, никому не отказывать ни в автографах, ни в фотосессиях, но это еще раз показывает ее человеческие качества. Да, согласен. Поэтому я могу сказать так. Питер, гордитесь, что в вашем составе играет игрок сборной Португалии Анна Диаш. Это изумительно. Так. Спасибо. Сердечки. Габи. Габи. Как твой глаз? Как твой глаз? Вот что. Я уже что-то не читала. Ты что-нибудь видишь? У меня три глаза. Даша, как твоя нога, как твое самочувствие? Супер. Супер. Смотрите, как будто вообще ничего не было. Да как будто упал просто. Ну слушай, выглядит круто. Вот и, конечно, смешно. Как ощущения? Хорошие. Хорошие? Это не страшно? Нет. Супер. Что у вас есть? Ой, у меня есть, смотрите, значит, звездочка, надписи. Ага. Так как женская команда играет. Ага. Мне сердечко. Конечно. Садись. Так, говорите, куда, как? Вот, вот, вот рука. Вот садитесь вот так вот. Вот сажусь вот так вот. А я буду делать. Где вы пришли? Нас всех сюда привела любовь к футболу. Нас давай, всех сюда привела любовь к «Зениту». Кто же сегодня будет победа? Что футбол... Мы все за вас болеем! Удачи! Супер, спасибо большое! Удивительное дело, болельщики на матчах женского «Зенита» совершенно разные по возрасту, по полу, по, мне кажется, жизненным убеждениям и местам работы, но... у них у всех какое-то до сих пор непроходящее умиление у них у всех. Я постоянно могу зафиксировать, и все очень быстро полюбили женский футбол. Во многом, потому что он умилительный, старательный. И он превзошел наши ожидания. Оказалось, что у них все есть, что должно быть у команды. У них есть настоящий коллективный дух, у них есть стремление. Они при этом милые, не пафосные и достаточно общительные. Плюс ко всему, чувствуется, что они все-таки играют за идею. А это очень подкупает людей. Вот не так давно мы общались с ветеранами нашей команды. Одной из них 18 лет, это Анина Шарифова, а другой 19 Ника Белова. И они, в общем, говорили о том, что, слушайте, у нас действительно по составу команда лучше. Мы поэтому и выигрываем. Это, во-первых, это действительно селекция, это грамотно проделанная работа, причем у нас же не пачками скупались футболистки, они постепенно появлялись, мы выискивали, выбирали нужный состав, ну и самое главное, девчонки, с кем я общался из нашей команды, говорят примерно одно и то же. Слушайте, да вы просто не представляете, как нас держит в узде Ольга Сергеевна Порядина, то есть вообще ни секундной расслабленности. Стартовал первый тайм, начинаем. Португал! Португал! Португал!
1-0. Анна Диаш забила, но она не могла сегодня не забить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Все нормально. Встала, пошла, ничего не было. Окажется, это дубль, окажется, Анны Диаш. 43-я минута. А вот так вот мы в нашей уютной пресс-комнате, в нашем пресс-центре симпатизируем нашим девчатам. Первый тайм завершен, ведем 2-0. Видим прямо из нашей кондитерской кабины Лину и Купова. Это всегда добавляет позитивных эмоций. А потом смотрим на того, и там 2-0 в пользу нашей команды, что тоже нас добавляет. Команда Рязань ВДВ вовсе не чужая для некоторых девчонок из нашего состава. А в свое время цвета этой команды защищали Ксения Цибутович, Александра Лазаревич, Лиза Лазарева и Люба Кипяткова. За несколько часов до начала матча клуб объявил о подписании Елены Костыревой. Лена уже присоединилась к нашему составу, и вот, кстати, вот там она разминается. Лена Костырева, Лена Шестернева. Костырева готовится выйти на замену. Офсайд. С дебютом! Могла первым касанием забить, но, кажется, травму нанесла вратарю. Вот это был бы дебют. Приступаю. 853 зрителя. Спасибо. Неплохо для вечера понедельника. Анну меняют. Посмотрите на реакцию болельщиков. Откладывается на неопределенный срок хэт-трик Анны Диаш, но надеемся на Лену Шестернёву. Удобный стол. Шестернёва! Супер, гипер, ультра, очень опасный штрафной вблизи наших ворот. Ну, вот оно. Пропускаем, 2-1. Как не забили? Как же так? Ну что, команду после матча я вам уже показывал, сейчас попробуем выловить кого-нибудь из болельщиков. Что? Ксюша Алексюк, привет. Что? Очень жаль, что не выпустили, но мы любим Ксюшу Алексюк. Зенит чемпион! Кто сегодня лучше? Кто сегодня лучше был? Диаш, конечно. Диаш сегодня был лучше. Диаш.
Красавцы. Куропаткина тоже прекрасно. Нам все очень понравилось. Все очень было очень круто, да. А вы сегодня впервые на женском футболе? На женском, да. А кто больше сегодня вам запомнился? Ну, конечно, Анна Диеш. Анна Диеш. О, это сегодня будет бенефис Анны. Сергей, вы, оказывается, из Москвы. Да, я из Москвы. И вы каждый раз на наши матчи прилетаете сюда? Да. Какой восторг! Вот это уважение! Вы успели сегодня поговорить с Анной, правильно? Да. Вот мы сейчас, она подошла ко мне, мы с ней попрощались, и я ей сказал, что я улетаю в Москву. И вы это сказали на португальском или на русском? Конечно, на португальском. О, памятная фотография с почетными гостями матча. Так. Давайте, внимание. Делаем плакат. Может, она видит, что подойдет. Плакат. Ис! Спасибо. Да. Победа! Да, а почему мы все тут проявим 5 лет? Да она уже ушла. Ксюх, кто лучше? Да я просто... Просто вот лучше. Фотка с фанатами. Это супер команда. Я обожаю свою сестру. Это вообще звезды. Приехали за сколько лет? Вот, расскажи, как ты меня лупила в детстве. Гоняла ее, с поля выгоняла ее, чтобы она хотя бы посуду дома помыла. Честно говорю, вообще не хочет мыть. Вопрос по поводу дебюта Лены Костыревой. А как вообще в команде приняли Лену? Лену мы приняли хорошо, потому что, ну, в принципе, мы все друг друга знаем. Вот, кто-то заочно, кто-то вместе играл. Вот, она тоже вроде как довольна. И ей понравилось все от раздевалки до обстановки. Вот, вышла на поле, да, там что-то не получалось, но я думаю, некое волнение присутствовало, а так, в принципе, желание много видно, хочет играть, хочет забивать, поэтому, думаю, дебют состоялся, может быть, немножечко где-то не очень такой прям полноценный, как бы вау, но дебют был. В целом, игра прошла, ну, честно, под нашим контролем. Мы готовились все равно, разбирали, тренерский штаб нам помогал. Честно, жалко, что не реализовались только моментов. Да, это такое. Просто катастрофа. У нас это в этом плане что-то реализация стала подводить. И где-то жадничали. Я думаю, человек это поймет потом. Потому что я считаю, что команда вся вместе обороняется и вся вместе забивает. Не кто-то один, а все забивают. Просто нужно, да, просто нужно раздавать иногда. Катерина, вы сегодня были, вы были сегодня одна из лидеров на поле. Столько моментов у вас было хороших, продуктивных. А вообще, в целом, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете наш матч? Я думаю, не все так плохо было. Единственное, что огорчает, это то, что, наверное, блин, что мы чуть-чуть как-то не на себя, что ли, играем. И когда выходим в какие-то классные атаки, где можно покомбинировать, блин, получить удовольствие, там, скинуть партнеру, еще что-то, принимаем не самые надежные решения, мне кажется. Ну, лично для меня вот это самое печальное сегодня было. Спасибо, Катя, вам большое. Блин. Ты вообще, спасибо, как всегда, вам великолепная. Любовь Чуданцева. Да, всегда с вами. Да. Обращайтесь. До встречи. Подожди, Лиза, стой, Лиза, подожди, подожди. А можешь вот как всем, только в камеру вот так ладошкой, и все, и я тебя отпускаю. Типа закончили? Да, типа закончили выпуск. Какой кадр. Лучший. Вау. Это успех операторский.